В нынешнее время новых возможностей России делает ставку на молодежь как важнейший ресурс. А Тверская область – это край, который любит инновации и технологии. Более того, особое внимание заслуживают разработки, которые готовы поддержать на государственном уровне. Для этого в центре «Мой бизнес» стартовал конкурс «Умник», победители которого получат гранты. Наша съемочная группа пообщалась с одним из номинантов этого конкурса. Он впервые показал осветительный прибор нового поколения, который можно использовать для разных задач. Проект Андрея Бессараба – это разработка универсального и компактного светового устройства. Он совмещает в себе лучшие характеристики фонарей и осветителей. Фотосъемкой Андрей занимается более 8 лет, работал с известными брендами. И результаты многолетней работы легли в основу проекта. Центром прибора является разноцветный светодиод, который может светить разными цветами. То есть, к примеру, белым, красным, синим и так далее. Для стабильной работы устройства была подобрана система охлаждения. Съемные батареи можно будет заряжать внутри устройства, используя различные блоки питания. К примеру, зарядное устройство для телефона. Корпус фонаря будет изготовлен из стали, по форме похожий на осветитель. Настроить свет и яркость света можно с помощью кнопок на корпусе устройства или через приложение на телефоне. Каждый компонент прибора, как рассказывает Андрей Бессараб, разрабатывается и тестируется отдельно. Кроме того, все части изготовлены по его личным чертежам. Разработка прибора ведется с целью импортозамещения. Главным преимуществом прибора будет надежность за счет правильно подобранных компонентов и прохождения различных краш-тестов. Устройство будет иметь множество эффектов и оттенков цвета, и за счет этого можно будет получить уникальные фото- и видеоматериалы. В случае успешного прохождения конкурса в планах у Андрея на средства гранта закупить дорогие высокоточные измерительные приборы для тестирования устройства и также изготовить первые рабочие экземпляры. Конкурс «Умник» направлен на то, чтобы объединить науку и бизнес и поддержать самые интересные инновационные проекты. Организатором финального этапа конкурса «Умник-2022» стал Центр «Мой бизнес» Тверской области, региональный представитель Фонда содействия инновациям. Это первая такая возможность, да, получить деньги на реализацию своего проекта. Естественно, мы поддерживаем ребят с реализацией их проектов. Мы помогали формировать заявки. Часть работы провели с ними преподаватели вузов. И, в общем-то, общими усилиями мы постарались докрутить их проекты до такого реализуемого уровня. Программа «Умник» направлена на поддержку молодых исследователей в возрасте от 18 до 30 лет. Она позволяет инноваторам довести свои разработки от идей до реализации. Губернатор Тверской области Игорь Руденя не раз отмечал, что молодежь – это будущее региона. И правительство Верхневолжья делает все для того, чтобы молодые таланты могли создавать свои проекты.